Фразы, которые нельзя говорить Сири. 0 поделить на 0 на английском языке. Число 109. Кто такая Каруна? Что было бы, если бы не было школы? Ты бы не смог сложить ни одной цифры и даже не смог бы ничего сказать. Ты бы не познакомился с классными ребятами и тебе было бы очень скучно. Ты бы не смог фотошопить учителей и смеяться над ними. Что ты больше всего любишь в школе? Напиши в комментариях. Если ты увидишь такое дерево, срочно беги от него. На этих деревьях находятся тысячи пауков, которые очень хорошо умеют прыгать. А очень многие люди боятся пауков. Если ты не хочешь неприятностей, чтобы пауки облепили твое тело, не подходи к таким деревьям. Что будет, если наступить на морского ската? Сами по себе скаты в принципе не очень опасны, и они живут в песке. Но если ты случайно наступил на ската, то в принципе ничего не произойдет, а делаешься легким испугом. Но если ты наступил на его крылья, то скорее всего его хвост вонзится в твою ногу. Ты часто ездишь на море? Пиши в комментариях. Сейчас я прочитаю твои мысли. И чтобы у меня точно получилось, поставь лайк и подпишись. Сейчас на экране появилось табло, на котором меняются цифры. Тебе нужно запомнить одну из них. Теперь тебе нужно сложить цифры этого числа. Например, если у тебя число 15, 1 плюс 5 равно 6. Сделай так же со своим числом. Теперь выбери предмет, который соответствует твоему числу. Например, если у тебя число 1, то выбери гвоздь. Я на все 100% уверена, что это игральная карта. Хотя нет, подожди, это часы.